пришли поздравить Игоря Мухина с его днем рождения, пожелать ему самые лучшие долгожданные победы на его творчестве, чтобы его стихи читались, любились. И чтобы он еще больше и больше писал книг, творил, да, творил, создавал и приглашал, конечно, нас. Мы очень рады здесь бывать. Да? Да. Поздравляем тебя. Вау. Да. Поцелуй же его куда-нибудь. Репортаж. Так, на сколько сейчас? Раз, два, три, четыре. Ну, по чуть-чуть, как говорится, для рывка. Так, все, понеслась. Приступайте. Такой шляпы еще у тебя не было. Тут, наверное, надо развязать. А что-то пищит. Мне нравится, как он пищит. Ну вообще. Класс. А там. Подожди, надо поменьше. О, какая девушка. Сейчас, смотри. Тебя. Очень. О. Вау. Столов нет, что понимаете. У меня было 300 человек. Я организовала моих студентов. Вот виноград, наверное, вот на это блюдо надо будет положить. Салат из крабовых палочек. Это же баклажаны. И баклажаны. Давай перекладывай баклажаны. Вот они, давай. Перекладывай. И сверху на баклажаны кладем. Я сделала сегодня майонезную заправку с сыром. Помидорки, наверное, еще надо. Есть еще много? Папа, поздравляю. Донька, Донька, привет, привет. Масло. Вот от меня тоже Ярославе поздравить. Сейчас я на громкую поставлю, секундочку. Алло, алло. Да, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья, творческих процветаний, любви. Что? Да. Игорь, я присоединяюсь. Да. Славик, дорогой, это уже Ледуся. Поздравь Игоря. Мы здесь принимаем 40 человек. Но главное, что у тебя вчера был день рождения. Славик, еще раз вот Лида тебя тоже поздравляю со вчерашним твоим днем рождения. Тоже желаем всего самого доброго. Ну и главное, чтобы и Данчик подрастал, чтобы слушался родителей, был здоровеньким, умненьким. Ну и, конечно, талантливым, потому что и родители талантливые, и бабушки, и дедушки все талантливые. Чтобы мы даже на вид... И мальчика талантливая. Игорь. Да я вижу, вижу, конечно, конечно. Поздравление на видео снимается. Да-да-да, на видео снимается, как вы поздравляете нас. Скоро будем в интернете слышать ваш голос. Ой, 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 наша радость главная. Но через 3 дня будем его тоже поздравлять с первым годиком. Да, да, да. Ну да, 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 да. Хорошо. Ребятки, ну хорошо, давайте завтра еще будем разговаривать, потому что у меня тут много гостей, все тебе приветы передают. Давайте, ура, ура! 3-4! Ура! 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 Спасибо, всему Израилю большой привет. Маринке передавай, Славик, привет, поздравляю со вчерашним тоже днем рождения. Любим, любим, любим. Это хороший, пока, нет? Пока. И Данчика, ну, мы все целуем с ног до головы всего. Пока, пока. Спасибо за звонок. Спасибо. Вот. Я расплющенный выйду. Ходили в кино, вместе пили вино. Одну на троих мы девчонку любили. Ушел от меня. И от нас он давно, но смотрит, смеясь, с черно-белого фото, и голос кассеты звучит, баритон. Не нужен мне новый, не нужен мне кто-то, а мой сумасшедший, а нужен мне он. Берут по губам, по раскрытую дверь, живу я без друга. Ушел он без вести,
по головам лет. 100 лет мы вместе, и холодно мне. А как хорошо и тепло было с другом, как мог в этом сне кругом разорванных чувств, и мечутся кругом, и блекло, и мерзло, и пусто кругом. Презрев скуку убыток, вальяжность и робость, и мир удачи, и деньги, и власть, шагнул с вершины в глубокую пропасть, но в сердце мое он не может пропасть. Его пруга обласкивает любви. Живу я без круга, без друга и ты. Ушел он в известие, пропал он во мгле. 100 лет мне вместе, и холодно мне. Живу за него я, все делаю честно. Кино не хожу, и не пью я вина. А та, что любили, друга не вёзся. Моя нам родившая сына, жена к родителям ходит, и с ними мы дружим. На памятнику вместе кладем и цветы. Ах, если бы знал, как нам всем очень нужен родной и любимый, единственный ты. Друга в ласковой любви. Живу я без друга, без друга любви. Шум безвестия пропал он во мне. 100 лет мне вместе, и холодно мне. Друзья мои, я поэт Игорь Зубкин, рад видеть всех вас здесь на праздновании сегодняшнего моего дня рождения. Еще мне звонят, подтянутся, еще молодые люди. Даем проходить, конечно, местным жителям по нашему переулку. Спасибо, спасибо вам за внимание. Весело. Мы покажем друг другу то, что имеем. И даже более того, приятного аппетита, хорошего вечера. Вот тот стол немножко, тот карай.